путешествовать сейчас. Я 4 года нигде не была, кроме этих вонючих Сейшел. Вот, я вот очень хочу это. Ну, то есть, вот эта пандемия, получается, ну, то есть, вносит определенные свои там правила корректировки. Почему вы эти вопросы, не знаю, там, не задаете своему государству? Почему вы не спрашиваете у тех людей, которые создали этот вирус? Например, люди-то в чем виноваты перед вами? Они точно такие же подневольные, как и вы. Все просто.